Ну а сейчас у нас, если мне не изменяет память и зрение, 1/4 финала абсолютной весовой категории. Ридванов Александр и Кузнецов Юрий. К сожалению, вы не смогли, наверное, в прямом эфире разглядеть то, что творилось на всех остальных коврах, где проходили все схватки до 1/4. Но здесь зато мы с вами увидим точно полуфинал и финал. Ну и, наверное, схватку за третье место. Итак, Кузнецов Юрий в белом ги, Александр Ридванов в черном ги. Юрий запулил гард и уже ищет лапел. Ребята, надо сказать, сегодня здорово подустали, поскольку сюрпризов и жестких схваток было сегодня много. Но, тем не менее, это вот безумная сетка весовой, абсолютной весовой категории на чемпионате Европы РГСА в категории ги, в разделе ги. Очень скоро пройдет, подойдет к своему логическому завершению. Дабл андер пас пытается использовать Александр Ридванов. Юра удерживает осанку. Спина плоская. Как известно, плоская не катится, круглая катится. Поэтому Юра делает по максимуму плоскую спину. Спину, извините. Заговорился, сегодня очень много разговаривал. Так что, если я буду путать имена, фамилии, слова, конечности, прошу не кидать меня помидорами. Ну, а если вам что-то не нравится, всегда можете отключиться. Юра по-прежнему работает снизу в гарде. Прекрасный акробатический этюд от Александра Ридванова. Возвращается спортсмену в стойку, борется за захват. И что нужно сказать? Вот попытка ангел пик через фейк гард пул. Теперь Александр Ридванов запулит гард, оказывается, снизу. Надеюсь, друзья, вы уже сейчас переживаете так же, как и я. А если вы родственник или друг одного из этих парней, то наверняка переживаете еще больше. Ищет рычаг колена Юра. Нам это с нашего ракурса не видно, но в записи, я думаю, мы это увидим. Как раз камера Анастасии Алексеевны находится в нужном ракурсе. И в записи мы это обязательно посмотрим. Да, рычаг колена Александр не так просто не собирается отдавать. И да, скорее всего, сейчас ребята не будут слишком рисковать, будут больше аккуратничать, добираясь до 1/2 и добираясь до финала. Кстати, надо сказать, что с другой стороны брекета в финал уже вышел Ильдар Саидов. Полуфинал был с Владимиром Блюмом и закончился сабмишеном. Остается определить второго финалиста. Ну а пока мы с вами ждем определения полуфиналистов. В общем, схватки в первой части сетки закончены. Результаты вы, наверное, можете посмотреть уже сейчас на Шака Спорт. Они обновляются, что называется, в онлайн-режиме, в прямом эфире. Или как вам больше нравится, выберите любой понравившийся вам эпитет, который кажется точным. Снова Юра нацелен на рычаг колена. Разница в весе этих спортсменов очевидна. Юрий, если мне не изменяет память, выступает в категории 85 килограммов, а Саша Ридванов... Саш, вас в каком весе Ридванов выступает? Саша Ридванов 77. Останавливает схватку рефери, возвращает спортсменов на центр татами. Хотя вот, казалось бы, на таком, на середине движения, вернет он их в ту же позицию или нет. Сейчас мы с вами увидим, да, возвращается в ту же самую позицию, но, по сути, импульс-то потерян. Как говорится, романтический момент потерян. Да, работает на проход Юра. И что? Да, наверное, это будет... Нет, прохода гарда не было, но адвентаж Юрий получает. А адвентаж по правилам EGP автоматически перерабатывается по курсу в баллы. То есть один адвентаж, один балл на табло в пользу Юрия. Напомню, Кузнецов Юрий, представитель команды Чекмат в белом ги с красным поясом. Александр Ридванов в черном ги, представитель команды Gojira Team, или как сегодня модно это называть, Gorilla Time. Бэйш Оксана, ковер номер один. Не спрашивайте, почему. Смотрите новости послезавтра на BG Freaks. Все узнаете. Итак, дабл 50-50. Вот ребята такие... О, дабл 50-50, по-моему, так нельзя говорить. Но какая разница? 50-50 и все тут. До конца схватки остается 1.5 минуты ровно.
надо отдать должное то ли смелости Юрия, то ли растянутости его боковых связок. О, у меня же микрофон, который можно таскать. Я в этот момент могу даже интервью брать. А вот рядом со мной знаменитый человек Андрей Самков. Не спрашивайте, чем он знаменит. Андрей, как вы думаете, кто затащит этот поединок? Ну, судя по тенденции, пока Юра выигрывает, и мне кажется, что вряд ли Сане удастся переломить исход схватки. Так что я думаю, что за 40 секунд вряд ли что-то изменит. Ну, либо может измениться еще вот проход гарда, например, и еще один адвантаж как минимум. Спасибо вам, Андрей. Да, 3 балла зарабатывает Юра, 3 балла отдает рефери, удерживает. И что ж, 28 секунд до конца матча. Выбраться отсюда достаточно сложно. Но Александр предпринимает отчаянные попытки и попадает на рычаг локтя. Будет ли рычаг локтя? 15 секунд, не так-то просто это сделать. Но нет, выскальзывает. Защищается Александр от рычага локтя, но момент на последних секундах матча достаточно напряженный. Был рычаг, он постучал, правильно я понимаю? Андрей, или мне показалось? Да? Как будет записано? Победа сабмишеном, очевидно, да, в брекете. Итак, в полуфинал абсолютно весовой категории в дисциплине ГИ на чемпионате Евразии 2023 года выходит Юрий Кузнецов. Приглашаются мужчины 5-92 года, Адал до 77 килограмм, категория Ги. За третье место Будда Бабсений. Ожидаем новой схватки.